Осенью 1902 года 40-летний народный художник Цибайши, который всей душой хотел спокойной жизни в Сянтане, получил два письма из Сианя. Первое ему отправил земляк Ся Уи, который занимал пост чиновника. Он приглашал Цибайши преподавать рисование его супруги в Сиане. Он даже вместе с письмом отправил денег на дорогу. Другой его земляк, Го Баошен, беспокоился, что Цибайши не согласится далеко ехать, и специально отправил длинное письмо. В письме он сердечно уговаривал Цибайши открыться внешнему миру. Он писал: «Занятия живописью требуют того, чтобы чаще путешествовать и на месте наблюдать, тогда можно познать истину живописи». Поразмыслив, Цибайши, который никогда далеко не ездил, в 40-летнем возрасте с неспокойной душой первый раз в своей жизни покинул пределы Хунани. Цибайши сам и представить не мог, что этот шаг приведет его к новым высотам в жизни и в искусстве. Сегодня у жителей Синьдоутан уже есть удобные транспортные условия для путешествий. Однако более 100 лет назад повсюду можно было встретить крестьян, которые даже не бывали в уезде Сянтань. До 40 лет Цибайши никуда не выезжал из Хунани. Он жил только в окрестности Сянтаня. Самое далекое его путешествие – столичный город провинции Чанша. Чанша Цибайши ждал неожиданный сюрприз. Через знакомых он подружился с известным во всей провинции мастером по изучению канонических книг, философом Ван Кай Юнем. При этом Цибайши был удостоен чести стать его учеником. Тогда двери княжеских резиденций были открыты для тех, кто был известен по всей провинции и даже по всей стране. Их общественное положение, безусловно, было гораздо выше, чем у деревенских аристократов Сянтаня. На пути становления литератором и интеллигентом Цибайши постепенно достигал вершин. Но на самом деле у него в тот момент не было амбициозных стремлений. «Я не рассчитываю на богатство. Если бы я получал деньги за литературную работу, то я бы приносил гонорары домой, чтобы содержать родителей и семью. Я только мечтаю прокормить свою семью. Это было бы достаточно для меня».
Если сопоставить достигнутые потом успехи Цибайши с его размышлениями в тот период, то можно заметить, что тогда у него не было богатого личного опыта. Хотя 40-летний Цибайши рисовал пейзажи для некоторых людей с широким кругозором и за счет продаж получал значительные суммы денег, но тогда его работы были лишь имитацией. В его жизни никогда не было реальных гор и рек.游历是开阔文人视野、体察人生际遇的一个重要的手段或方法。那么，也就是说，只有通过游历的这样的一个人，他才能打开一个非常宽阔的视野去认知世界。1902 году Цибайши, который долго колебался, наконец-то принял решение отправиться к северу города Сиань. От Сиантаня, провинции Хунань, до древней столицы Сиань расстояние более 1000 километров. Покинув дом, он только тогда заметил, что внешний мир такой большой. Путешествовать в далекие места так интересно. Тогда водный транспорт был неудобным. Я очень медленно перемещался, но в промежутках, пользуясь случаем, я собрал немало фактических материалов. Каждый раз, когда я видел чудесные пейзажи, я рисовал. Цибайши долго питал вдохновение из пейзажей древних художников. Но только в тот момент он вдруг понял, насколько подробно рассказывается в старинных книгах о живописи, про компоновку, технику нанесения света и тени. Все написано на основе познания природы. Прошло уже 20 лет с тех пор, как Цибайши срисовывал книгу о живописи из сада Дзьедзи. 20 лет на постижение важности путешествий и истины живописи. Цибайши действительно потратил слишком много времени на то, чтобы начать учиться у природы. Однако, поняв это, он сознательно превратил данное путешествие в искусственную практику общественной с природой. В пути он непрерывно рисовал, боясь, как бы не пропустить эту редкую возможность. Более 100 лет назад Сиань был не только важным стратегическим пунктом Цинской империи, но и важным культурным центром на западе страны. Зимой 1902 года, более чем через 3 месяца путешествий, Цибайши прибыл сюда. На этот раз главной целью приезда Цибайши в Сиань было преподавание живописи супруги Ся Уи, чиновника местной власти. Однако, кроме преподавания и заработка, он вне ожиданий познакомился со многими чиновниками и влиятельными лицами. Среди них был и известный во всей стране корифей культуры, помощник главного судьи Фань Фаньшань. Цибайши вдоволь мог насладиться оригинальными шедеврами художников разных династий из коллекции его новых друзей. Находящиеся в Сиане его земляки из провинции Хунань не могли поверить, что Цибайши, выходец из деревни, смог установить такие тесные отношения с видными фигурами чиновничества. Они уговаривали Цибайши не упускать случая и построить карьеру чиновнику. Однако Цибайши этим предложением не придавал значения, только улыбался. Для Цибайши, если сравнивать дружбу с сианскими чиновниками с той возможностью, которая выпала ему 3 месяца спустя, то первое ничего не значит. Весной 1903 года Сяо И привез Цибайши в столицу. Первый раз за 41 год жизни Цибайши побывал в столице. Это для него была также большая возможность. Вдовствующая императрица Цыси очень любила рисовать. Ся Уи и Фань Фаньшань хотели порекомендовать Цибайши для Цыси, чтобы он стал придворным чиновником по рисованию картин государыни. Если бы Цибайши согласился с этой рекомендацией, то, скорее всего, получил бы 6-й или 7-й ранг. Однако они и подумать не могли, что Цибайши откажется. Он跟我说过一句，他说：“你的在行，不要走入官场，你就是老老实实的吃自己的饭。”
История улицы Люличан насчитывает 100 лет. Это известнейшая антикварная улица в Пекине. С начала династии Цин на улице не только торговали антиквариатом, каллиграфическими и пейзажными картинами, но здесь также собирались многие литераторы и интеллигенты. Для Цибайши эта улица, так называемое пространство для интеллигентного туризма в Пекине, была наиболее привлекательным местом. На улице Люличан ощущались густая культурная атмосфера. Здесь можно было увидеть высококлассные художественные произведения. Это действительно расширило его кругозор. По сравнению с Шанша и Сианем, Пекин обладал несравненным очарованием. В Пекине Цибайши целыми днями наслаждался антиквариатом, каллиграфией, живописью на улице Люличан. Он также через друзей продал несколько своих картин. Тогда он еще не знал, что этот визит в Пекин изменит его жизненный путь и стиль живописи. Спустя годы, когда он снова вернется в Пекин, его картины станут самыми ценными шедеврами. Во время путешествия Цибайши удалось посмотреть многие известные оригинальные произведения салонной живописи. После многократных просмотров, анализа, исследований и срисовки он постепенно изменил свой прежний смешанный стиль живописи. Он начал обращать внимание на литераторов, художников разных династий Китая. Цибайши年轻时候对传统的进行了深入细致的研究，特别是对 文人画的研究，元明清以来的文人画，石涛八大，他都进行过系统的研究，甚至临摹。关键问题是他最喜欢什么，你要山水当中，他喜欢谁的？他都喜欢董其昌的，喜欢那个石涛的，花鸟当中呢，他喜欢八大的。 Вначале Цибайши сомневался в целесообразности поездки, но в конце концов он получил радость от нее. Позже, если кто-то его приглашал, он всегда с удовольствием соглашался. С 1902 по 1909 год, почти за 10 лет, Цибайши совершил 5 дальних поездок, посетил 6 провинций, побывал во многих частях страны. Его 5 поездок в истории китайской живописи называют 5 выездов и 5 возвращений. 这五处五归，他有一种游历天下、写生自然的这样一种愿望在里头。 После возвращения на родину Цибайши на основе набросков, сделанных во время путешествия, составил сборник «Горы». Хотя картины по современным критериям кажутся только набросками, но люди вполне могут ощутить уникальный стиль Цибайши, основанный на заимствовании манеры традиционной салонной живописи. Горы и реки под кистью Цибайши становятся естественными.画的山水比较直白，你比如那山就好像就是两笔三笔画出一个馒头山来，人家别人呢在山上还有一些树木小树啊，郁郁葱葱的呀，他就是两笔就这个大山头。他的山水画的格调非常高，画的虽然这个一笔草草不求形式，但是呢山水的精神、山水的这种生命感，还有山水蕴含的 С тех пор, как ему минуло 40 лет, когда он впервые отправился в далекое путешествие, прошло уже более 10 лет. Цибайши потратил более 10 лет, чтобы наконец превратиться из народного художника в настоящего, полноценного художника-литератора. Однако, не поздно ли это случилось для Цибайши, который вступил в эти ряды только в 50 лет? В
1912 год. Второй год существования Китайской республики. За год до того произошла Синьхайская революция, в корне изменившая направление в развитии Китая. Волны новой эпохи уже захлестывали всю страну. Однако все это на Цибайши как будто не влияло. Тогда он был уже дедушкой. Он пребывал в радости от 5 своих поездок. Он мечтал спокойно провести остаток жизни за занятием живописью и поэзией. В большинстве случаев во время отшельничества в горах Цибайши вел спокойную жизнь. Каждый день, кроме написания стихов, он отводил время рисованию. Цибайши кистью рассказывал о переживаниях, настроении знати и литератора. В тот период в большинстве своих картин он изображал цветы и птиц. На картинах мало объектов, компоновка их особенная. Манера живописи очень простая, стиль постепенно становится изящным. Хотя тогда Цибайши по-прежнему находился под влиянием художника Бада Шаньжэня, но в его новых картинах уже чувствуется новизна и отход от подражания предшественникам. В то время Цибайши уже был знатью, аристократом на селе. Он наслаждался спокойной, простой жизнью литератора, он будто забыл внешний мир. Если бы ему удалось таким образом спокойно провести остаток жизни, то наша история на этом бы и завершилась. Однако судьба приготовила для него другой план. В 1913 году второй сын Цибайши умер из-за болезни. Год спустя его 6-й брат тоже погиб. Но беда, говорят, не приходит одна. Вскоре до него дошло известие о смерти его наставника Ху Цинъюаня. Цибайши погрузился в печаль. Он не мог выразить свою скорбь о смерти наставника. Он нашел более 20 старых картин, которые нравились Ху Цинъюаню при жизни. Он заново нарисовал и оформил их. С этими картинами он пришел к гробу наставника, затем бросил их в огонь. Для Цибайши Ху Цинъюань был близок, как родной отец. Все, чего он добился к тому моменту, это был результат воспитания наставника. Одна волна еще не леглась, другая уже набежала. Вскоре после похорон наставника мир вокруг Цибайши пошатнулся. В 1917 году в провинции Хунань произошло столкновение между армией и бандитами. Это постепенно ухудшило обстановку в Сянтане. Услышав, что бандиты повсюду грабили, некоторые под прикрытием хаоса пытались разбогатеть. Цибайши, только накопивший некоторое имущество, начал целыми днями беспокоиться. Однако он даже не представлял, что за ним уже давно наблюдают. До него донеслась эта весть, и он больше не мог терпеть. Он решил тотчас отправиться в Пекин за помощью к друзьям. Однако он совершенно не знал ситуации в Пекине. К тому моменту Пекин уже сильно изменился. Монастырь Фа Юаньсы расположен в южном конце переулка Цзяоцзы за воротами Сюаньумэнь. Он является одним из древнейших монастырей, сохранившихся в городе Пекине. Летом 1917 года 55-летний Цибайши, покинувший Пекин 15 лет назад, второй раз прибыл в этот город. Тогда он временно поселился в этом древнем монастыре.
начале 20 века, после прихода власти Китайской республики, сменившей маньчжурско-цинское государство, обстановка в Пекине на протяжении долгого времени колебалась. Через 10 дней после прибытия Ци Байши в Пекин Джан Сюнь попытался восстановить монархию. В хаосе друзья художника один за другим бежали. Ци Байши, пребывавший в бедности, вынужден был жить в монастыре.最早在那个法源寺，后来又到石灯庵，都是没有办法，在这儿借住那儿借住。你比如像石灯庵，那是个尼姑庵，只能在门口，那这就跟说不客气，就比要饭强点了。我觉得应该说是北漂，而且是最早的北漂。Чтобы заработать на жизнь, Ци Байши в лавке Наньчжипу на улице Люличан повесил стоимость своих картин. Однако бывший оживленный Люличан, который ему запомнился, теперь стал необыкновенно тихим. Его картины не продавались. И это было связано не только с тревожной обстановкой в обществе. Важнее, что тогдашний круг пекинских художников вообще не признавал его. Имя деревенского художника из провинции Хунань мало кому в Пекине было знакомо. Никому не были интересны его картины. Он обеспечивал себе жизнь за счет гравировки печатей. Постепенно все забыли, что пожилой человек из Хунани, живущий в монастыре, умеет рисовать. Люди только знали, что он зарабатывает гравировкой печати. На самом деле, по сравнению с живописью, Ци Байши добился в этом деле необычайно большого успеха. 25 лет назад он уже начал самостоятельно изучать мастерство гравировки. Первую печать он отгравировал еще тогда, когда учился мастерству живописи в доме Ху Циньюаня, временно пользуясь педикюрным ножичком. Он начал копировать манеру древних гравировщиков, но спустя долгие исследования и практику изобрел свой стиль. Поскольку он раньше работал столяром при избе, у него были сильные руки и хорошая база для ремесленного искусства. При этом он был старательным, поэтому у него сформировался простой, четкий стиль гравировки, полный мужественности и без лишних прикрас. В его печати были сильные контрасты композиции иероглифов, изобилие эмоций. Благодаря непревзойденному мастерству, полученному им за долгие годы практики, оказавшись в трудном положении в Пекине, он смог обеспечить себе существование. Кроме того, он встретился со вторым помощником, изменившим его судьбу. Чэнь Шицзэн – лидер в художественных кругах Пекина. Он увидел печать Ци Байши и затем специально к нему пришел в монастырь Фа Юаньсы. Они никогда не встречались, их разница в возрасте составляла десятки лет. Но они подружились с первой встречи, и возраст не стал тому помехой. Как лучший ученик мастера шанхайской школы живописи У Чаншо, Чэнь Шицзэн тогда был не только профессором Пекинской высшей школы изобразительных искусств, но и известной фигурой в художественных кругах Пекина. Почему незнакомый человек так сильно привлек внимание Чэнь Шицзэна? Чэнь Шицзэн уже видел世面的人，到日本留学，日本的明治维新的思维方式影响了陈世宗。陈世宗自己坚守文化的立场，但是也知道艺术需要改革。这时候他发现了齐白石这样一个人。Чэнь Шицзэн умеет рисовать цветы в свободном стиле. Манера его живописи преисполнена силы, великолепия. Этим он завоевал популярность в Пекине. Я взял из дорожной сумки картины «Горы», чтобы он оценил их. Он сказал, что у меня высокий уровень, но еще требуется отточить мастерство. Он предложил мне сформировать свой стиль, не льстить вульгарным наклонностям. Его слова как раз пришлись мне по душе. Однако тогда Ци Байши еще не осознавал, что Чэнь Шицзэн – второй Ху Циньюань его жизни. Хотя
Чэнь Шицзэн высоко ценил Цибайши, но последний в Пекине в большинстве случаев был предметом для насмешек и презрения. Многие художники его презирали за низкое происхождение, да и его картины в глазах этих художников ничего не стоили. За спиной они грубо ругали Цибайши. О самом лучшем стихотворении Цибайши некогда сказали: «Ломаного гроша не стоит». Холодный взгляд, презрение окружающих, суровая реальность заставили Цибайши испытывать огромную печаль. Однако, с другой стороны, суровая реальность вызвала у него размышления о собственном искусстве. Идти навстречу приливам общества, изменить стиль живописи для Цибайши, приближавшегося к старости, это было действительно нелегкое дело. Услышав, что Хунанья, мятеж немного утих, Цибайши сразу подумал о возвращении на родину. Он хотел как можно скорее вернуться к деревенской жизни, спокойно жить и наслаждаться своим делом. Однако Цибайши не знал, что тот традиционный образ жизни, к которому он стремился, уже не вернуть. Отшельническая деревенская жизнь стала лишь частью его памяти. В октябре 1917 года Цибайши вернулся в родные края Хунани. Однако военная смута была еще сильнее, чем за год до того. Бандиты откровенно буйствовали, его семью ограбили, повсюду шли слухи об ограблении столяра Аджи. Он вынужден был скрывать свои фамилии, имя, прятаться повсюду. Год спустя он больше не смог оставаться в Хунане и заново отправился в Пекин. На этот раз он решил, что пусть даже будет кормиться гравировкой печати, но до смерти не вернется обратно. В 1919 году Цибайши, оставив жену и детей, третий раз прибыл в Пекин. Но Пекин не изменился. Скорее всего, его там по-прежнему преследовал злой рок. Его картины по-прежнему презирали. Он вынужден был жить в каморке, в монастыре, с трудом выживая за счет гравировки печатей. По вечерам, вспоминая родителей, жену и своих детей, я ворочался сбоку на бок, всю ночь не мог заснуть. В печали и в возмущении я только писанием стихов рассеивал уныние в душе. Июня 1919 года. Душно, жарко. Несколько дней подряд никто не обращался к нему за печатью. Он без дела сидел в монастыре. Когда он разговаривал с другими, ненароком он заметил необычный след известкового раствора на земле, который вызвал у него желание рисовать. Он поспешно взял кисть и бумагу и нарисовал картину. Вот эта картина. Контуры известкового раствора в глазах Цибайши – это веселая птичка. Хотя картина как бездумная мазня, но подпись на ней имеет глубокий смысл. Он написал: она действительно, естественно, забавна. Картина, хотя не является знаковым его произведением, но по-настоящему отражает его духовный мир. В трудном положении, когда он не имел постоянного жилья, не ел досыта, превратности судьбы и потери времени не лишили его детской наивности, любви к природе и жизнерадостности. Штрихи выглядят небрежно, просто, но они полны интереса и эмоций. Именно благодаря естественности, детской простоте, спустя годы Цибайши стал известным мастером живописи.